Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз нұрлы жол инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға ұлттық қордан бөлінген қаржы қаражатын игеру мәселесін қараймыз. Марат Апсеметұлы Құсайыновқа сөз беріледі. Құрметті Қарым Қажыпқанұлы, құрметті үкімет мүшелері, нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асырылу жөнінде баяндауға рұқсат етіңіздер. 2016 жылы нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан 769,6 миллиард теңге көзделіп, оның ішінде нысаналы трансферттер түрінде 503,4 миллиард теңге және ұлттық холдингтердің облигациялық займдары арқылы 266,2 миллиард теңге көзделуде. 2016 жылғы 8 тамыздағы жағдай бойынша, бағдарлама бойынша барлығы 259,6 миллиард теңге игерілді. Из них по целевым трансфертам по состоянию на 1 августа при плане 214,4 миллиард тенге освоено 208,1 миллиард тенге или 97% от плана финансирования. В соответствии с вашим поручением, Карим Кажипханович, проведена работа с администраторами бюджетных программ и по состоянию на 8 августа текущего года досвоено еще 22 миллиарда тенге. В результате на сегодня освоение по целевым трансфертам составило 236,4 миллиард тенге или 47% от годового плана. По облигационным займам. В связи со спецификой строительства жилья предусматривается поэтапное освоение средств по законтрактованному объему в течение 2 лет. На сегодня холдингами из 266,2 миллиардов тенге перечислено оператором 199,8 миллиард тенге, подписаны контракты с подрядчиками на 135,6 миллиардов тенге и уже освоено 23,2 миллиарда тенге. Таким образом, по состоянию на 8 августа 2016 года всего по программе освоено порядка 260 миллиардов тенге. По целевым трансфертам. Первое. По строительству автодорог из 151 миллиарда тенге, согласно плану финансирования, предусмотрено и полностью освоено 59,2 миллиарда тенге. За счет данных средств дорожно-строительными работами охвачено 1038 километров автодорог. Второе. На модернизацию систем тепловодоснабжения и водоотведения предусмотрено 90 миллиардов тенге, из которых освоено 46,8 миллиард тенге или 100% от плана финансирования. По 75 миллиардам тенге, предусмотренным на бюджетное кредитование, срок освоения средств для субъектов естественных монополий составляет 2 года, это 2016-2017 годы. На 1 августа текущего года, согласно плану финансирования, им перечислено 46,6 миллиардов тенге, по которым заключены договора со всеми подрядчиками и выполнены работы на сумму 19,1 миллиард тенге. По 3 регионам, это Ахмолинская, Жамбылская и Павлодарская области, уже выполнены объемы работы в полном объеме. Вместе с тем, в Костанайской и Мангистауской областях работы еще не начаты в связи с повторным проведением конкурсных процедур. По остальным регионам закуплены необходимые материалы и оборудование, а также ведутся строительно-монтажные работы согласно графику. На субсидирование проектов жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых совместно с Европейским банком реконструкции и развития, из предусмотренных 14,5 миллиард тенге, 4,5 миллиард тенге уже распределены на реализацию проектов павлодарских тепловых сетей, петропавловских тепловых сетей и ТО «Водные ресурсы маркетинг» – это город Шымкент. Из них на 3,6 миллиарда тенге направлена бюджетная заявка Министерства финансов. Оставшаяся сумма будет освоена по мере одобрения проектов Европейским банком и представления соответствующей документации. Третье. На строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры из 78,5 миллиард тенге, согласно плану финансирования, выделено 30,5 миллиард тенге, из которых освоено 28,1 миллиард тенге, или 92% от плана финансирования. В связи с незавершением конкурсных процедур и отставанием от графика производства работ, отставание плановых показателей наблюдается по 8 регионам. Это Костанайская 91%, Алматинская 90%, Жамбылская 81%, ЗКО 62%, Североказахстанская область 49,2%, Южно-Казахстанская область 84,7%, Астана 71,7% и Алмата 96,4%. По информации акиматов, отставание в графике освоения средств будет ликвидировано до 1 сентября текущего года.
Четвертое. На развитие инфраструктуры в сфере образования предусмотрено 69 миллиард тенге. Для ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения из 57,9 миллиард тенге, согласно плану финансирования, акиматом перечислено 27 миллиард тенге, из которых освоено 23,7 миллиард тенге. Это составляет 88% от плана финансирования. Эти средства направлены на завершение строительства 34 школ и 17 детских садов и начало строительства 43 новых школ и 2 детских садов. На сегодня уже построено 14 школ и 7 детских садов. В то же время отмечается неосвоение по 10 регионам. Восточно-Казахстанская область 71%, Южно-Казахстанская 86%, Северо-Казахстанская 97%, Карагандинская 75%, Алматинская 88%, Жамбылская 92%, Кызылординская 93%, Атырауская 94%, Павлодарская 74,4% и Астана 75%. По информации акиматов, неполное освоение связано с конкурсными процедурами госзакупок и отставанием от графика строительных работ. По информации акиматов, также указаны средства будут полностью, Карим Кажикбаевич, досвоены до 1 сентября текущего года. На создание 26 лабораторий в 13 вузах предусмотрено 3 миллиарда тенге, освоение которых пока не начато в связи с тем, что оплата будет производиться по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования. На сегодня по 16 лабораториям объявлены конкурсы на 1 миллиард 977 миллионов тенге. По 7 лабораториям заключены договора на 713 миллионов тенге. По 3 лабораториям пока не объявлены конкурсы на 342,5 миллиона тенге в связи с незавершением формирования перечня лабораторного оборудования. При этом по 5 вузам, являющимся субъектами квазигоссектора, средства в размере 1 миллиард 660 миллионов тенге предлагается направить через увеличение уставного капитала. Пятое. На софинансирование проектов с международными финансовыми организациями по распределяемой программе зарезервировано 41,3 миллиарда тенге. В связи с процедурами согласования и подписания соглашений с международными финансовыми организациями на сегодня утверждено распределение средств целевого трансферта на сумму 12,3 миллиарда тенге. Оставшиеся средства в размере 29 миллиардов тенге планируется направить на пополнение спецрезерва правительства. Шестое. На подведение недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из 15 миллиардов тенге, согласно плану финансирования, акиматом перечислено 4,5 миллиарда тенге, из которых освоено 3,9 миллиарда тенге или 87% от плана финансирования. Неосвоение средств наблюдается по 5 регионам, в том числе в связи с отставанием от графика строительных работ. Восточно-Казахстанской области – это по строительству внешней инфраструктуры автозавода «Азиавто». Южно-Казахстанской области – 61,7%. Это по инфраструктуре к логистическому центру в Мақтааралском районе и ИЗ «Туркестан». По Карагандинской области 95,1%, это по строительству тепловых сетей к ТО «Карагандинский фармкомплекс». По Павлодарской области по строительству орошаемого участка ТО МПК, а также в связи с прокурорской проверкой по проекту в Кызылординской области, это стекольный завод, 61,3%. На 8 августа отставание от графика освоения по Восточно-Казахстанской области и Павлодарской области уже устранено. По информации остальных акиматов, отставание в графике освоения средств также будет ликвидировано до 1 сентября текущего года. По целевым трансфертам на увеличение уставных капиталов компаний квазигоссектора. На увеличение уставного капитала Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов предусмотрено 10 миллиардов тенге, которые в соответствии с вашим поручением, Карим Кажимханович, были перенесены в плане финансирования с октября на август текущего года. С учетом этого до 20 августа будет представлено положительное заключение на финансово-экономическое обоснование проекта, а средства будут перечислены в уставной капитал в полном объеме до конца августа текущего года. На строительство терминала в аэропорту города Астана перечислено 10 миллиардов тенге, из которых освоено 5 миллиардов тенге в виде авансового платежа подрядчику «Мапка Констракшн». На увеличение уставного капитала КТЖ, перечисленные для строительства вторых железнодорожных путей на участке Алматы-Шу 19,4 миллиарда тенге, из которых освоено уже 10,8 миллиарда тенге. И для строительства паромной переправы в порту Курок 17 миллиардов тенге, из которых освоено 10,2 миллиарда тенге.
на строительство объектов инфраструктуры, специальной экономической зоны, национальный индустриальный химический, нефтехимический технопарк предусмотрено 10 миллиардов тенге, которые в соответствии с вашим поручением, Карим Кажимханович, были также перенесены в плане финансирования с декабря на август текущего года. Положительное заключение на ФЭО проекта будет представлено до 20 августа, а средства будут перечислены в уставной капитал до конца августа текущего года. По облигационным займам. Для стимулирования предэкспортного и экспортного финансирования предусмотрено 15 миллиардов тенге. За счет микширования этих средств со средствами ЕНПФ в размере 30 миллиардов тенге по механизму, одобренному на Госкомиссии по модернизации экономики от 28 июня текущего года, на сегодня сформирован перечень потенциальных экспортных операций на сумму 372 миллиарда тенге. На сегодня одобрено 4 проекта. Это компании ТО «Шымкентмай», «Маслодел», «Евраз Каспиенсталь» и «РГ Брендс» на сумму 9 миллиардов тенге. На рассмотрении находится еще 10 проектов на сумму 21,9 миллиардов тенге. По остальным проектам осуществляется сбор документации. На сегодня профинансирован один проект, это «РГ Брендс», на сумму 2 миллиарда тенге, из которых 600 миллионов тенге выделено из национального фонда. В целом средства национального фонда ЕНПФ по данному направлению в размере 45 миллиардов тенге планируется освоить до 1 ноября 2016 года. Второе. На развитие жилищного строительства. В целом предусмотрено 251,2 миллиарда тенге, которые будут поэтапно освоены по законтрактованным объемам строительства жилья в течение 2016-2017 годов. Холдингом «Байтерек» из предусмотренных 174,2 миллиарда тенге перечислено операторам. Это акционерное общество «КИК», «Байтерек Девелопмент» и «Акиматом» 141,9 миллиардов тенге. В том числе выкуплены облигации акиматов на сумму 31,4 миллиарда тенге. На сегодня подписаны контракты с подрядчиками на 83,6 миллиардов тенге и уже освоено 22,6 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 8,9 тысяч квадратных метров жилья или 148 квартир. Фондом «Самрук-Казна» из предусмотренных 77 миллиардов тенге перечислено оператору, это фонд недвижимости, 42,9 миллиардов тенге, которые на сегодня уже полностью законтрактованы. Освоение средств, уже строительной работы планируется начать в августе текущего года. Уважаемый Карим Кажимканович, в целом освоение средств нацфонда, выделенных в рамках госпрограммы, осуществляется в запланированном объеме согласно плану финансирования, но с некоторым отставанием. С целью выхода на 100% освоение средств по целевым трансфертам за 8 месяцев текущего года прошу вас поручить администраторам бюджетных программ и акиматам регионов ускорить реализацию запланированных конкурсных процедур и обеспечить своевременное освоение выделенных средств согласно плану финансирования. Кроме того, так как освоение средств по облигационным займам предусмотрено в 2016 и 2017 годах, предлагается на Госкомиссии по модернизации экономики утвердить график освоения средств холдингами и в соответствии с законтрактованными объемами строительства жилья. Это позволит обеспечить надлежащий контроль и мониторинг использования средств нацфонда, выделенных по облигационным займам. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Султан. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, в части системных мер принимаются меры для того, чтобы качественно и эффективно использовать средства из национального фонда, направляемые на реализацию программы инфраструктурного развития Нурлы-Жол. Об этом глава государства не раз акцентировал наше внимание. Здесь в части недопущения аккумулирования средств на конец года госорганами и акиматами были направлены письма по пересмотру плана финансирования. Мы об этом несколько раз говорили на заседаниях правительства и специальных совещаниях. В итоге с конца года было перенесено порядка 64 миллиардов тенге, в том числе вот неделю назад выдавали поручение 10 миллиардов тенге Самрук-Казна и 10 миллиардов тенге Байтерека перенесены также на август и сегодня выделяются. Сроки проведения государственных закупок также взяты под особый контроль.
предпринимаются все меры, чтобы работы по ним были ускорены. За истекший период текущего года камеральным контролем были охвачены 138 процедур госзакупок на общую сумму порядка 83 миллиардов тенге. По итогам контроля установлены нарушения по 60 процедурам на общую сумму 29 миллиардов тенге. На сегодняшний день устранены нарушения по 41 закупкам на сумму 18 миллиардов тенге путем пересмотра итогов и отмены итогов конкурса. По остальным в ближайшее время также будут все нарушения устранены госорганами. Продолжается и проведение горизонтального контроля использования средств программы «Нурлы жол». За 7 месяцев текущего года поступило налогов от налогоплательщиков, получивших льготное кредитование по программе в сумме 20 миллиардов тенге. Это примерно 60% от суммы аналогичных налогов, которые поступили в прошлом году. То есть темпы здесь адекватные. Транспарентность данных обеспечивается еженедельным обновлением на сайте цифр по использованию средств Нурлы жол на нашем портале. Несколько моментов, которые хотел дополнить доклад предыдущего докладчика по вопросам освоения бюджетных средств. Как было сказано, годовая сумма составляет 769,6 миллиардов тенге, включая средства облигационного займа в сумме 266 миллиардов. По бюджетной части предусмотрено 503 миллиарда. На 8 августа проведены платежи из бюджета на сумму 236 миллиардов тенге или 47% к плану на год. Обязательства зарегистрированы в размере 64,5% от годового плана. Динамика освоения средств обрела устойчивый рост по сравнению с 1 апреля, когда мы получили большую критику, тогда было 50 миллиардов. Объемы освоения по состоянию на 8 августа выросли почти в 5 раз, а по сравнению с итогами полугодия рост составил 40%. За 5 дней, рабочих дней августа расходы выросли еще на 22 миллиарда тенге, то есть темпы освоения средств начали повышаться. Собственно, администраторами, как было отмечено, 109,6 миллиарда тенге освоено, это полностью 100% их средств, которые они сами, администраторы республиканских бюджетных программ должны реализовать. В общем объеме средства направлены уже вот в полном объеме на расширение существующего пассажирского терминала международного аэропорта Астаны, а также завершение проекта строительства новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу. Перечислено 60% на строительство паромного комплекса Хурык, более 50% на строительство вторых путей на участке Алматышу. Есть, конечно же, и отставания, о которых вот первый вице-министр национальной экономики докладывал, это по Министерству образования и науки, и есть вопросы по теплоснабжающим организациям. Ну, как было сказано, мы в ручном режиме сейчас будем нагонять эти объемы. По данным на 1 августа, для выполнения работ в регионах администраторами республиканских бюджетных программ своевременно направлено 108,6 миллиарда тенге. За 5 рабочих дней текущего месяца еще 18 миллиардов тенге. Освоено 102 миллиарда, не освоено 6,2 миллиарда тенге. Наибольшие суммы приходятся на Южно-Казахстанскую область, 1,4, Алматинскую область, 0,9. Астана 0,6, Западно-Казахстанская 0,5, ВКО 0,4, Карагандинская область и Жамбылская область. В части выпуска государственных ценных бумаг местными исполнительными органами для реализации жилищных вопросов на 6 августа приказы по выпуску бумаг всеми регионами были зарегистрированы по всем регионам в Министерстве юстиции и в соответствующих средствах массовой информации опубликованы. На сегодняшний день регионами уже зарегистрированы на косе на 31,3 миллиарда тенге выпуски облигаций. Сегодня Алматинская область еще добивает 1,6, всего 33 миллиарда тенге будет обеспечено. Остальные средства, как было сказано, на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики будут предложены для перераспределения с целью, это вот области сами уже выбрали то, что максимально освоят в текущем году. У меня все. Спасибо. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Касымбек Жанис Махмудов.
Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, в рамках государственной программы инфраструктурного развития Нурлы-Жол на 2015-2019 годы предусмотрена реализация 17 проектов, из них 16 проектов транспортно-логистической системы, а также один проект по вопросам кредитного жилья и защиты долевых вкладов. На реализацию данных проектов в рамках Нурлы-Жол в 2016 году выделено 349 миллиардов 800 миллионов тенге. Из них из национального фонда 171 миллиард 300 миллионов тенге. На сегодняшний день освоение составило 165 миллиардов 900 миллионов тенге. Из них из нацфонда 73 миллиарда. Необходимо освоить в целом нацфонд и бюджет 183 миллиарда 900 миллионов тенге. Из них нацфонд составляет почти 98 миллиардов тенге. Разрешите подробно остановиться на проектах в рамках Нурлы-Жол. Бюджет автодорожных проектов на 2016 год составляет 329 миллиардов 800 миллионов тенге. 100% освоения от плана финансирования. С февраля по июль текущего года освоено 145 миллиардов 800 миллионов тенге. Это 44% от общего объема. Это объясняется тем, что основные дорогие работы будут актироваться именно сентябрь, октябрь, ноябрь месяц этого года. Первый проект «Западная Европа, Западный Китай». С начала реализации проекта завершены работы на дорогах протяженностью 2028 километров. Открыто движение на участках от Шымкента до границы с Российской Федерацией, а также Тарас-Алмата. Бюджет 2016 года 134 миллиарда 200 миллионов тенге. Из них займы 116 миллиардов и софинансирование из республиканского бюджета 18 миллиардов 100 миллионов тенге. Работы продолжаются на участках Алматы-Харгос 304 километра, Шымкент-Ташкент 100 километров, а также Шымкент-граница Жамбылской области 81 километр. Все три участка будут полностью завершены в текущем году, и мы даем проезд полностью от границы Китая до границы Российской Федерации через Алматинскую, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую, Кызылординскую и Актюбинскую области. Следующий проект «Центр-Юг», Астана-Алмата. Работы по данному направлению начаты в 2013 году на участках Астана-Темиртау 171 километр и Алматы-Хабшигай 104 километра. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 12 километров участка Астана-Темиртау и 72 километра участка Алматы-Хабшигай. Оба участка, оба проекта в этом году завершаются. Полностью проезд и обустройство будет обеспечено в текущем году. Финансирование участков от Темиртау, далее Караганда, Бурлбайтал, Корты-Хабшигай, 1013 километров, будут осуществляться за счет займа Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Строительные работы планируется начать в 2017 году. Полное завершение проекта в рамках программы «Нурлы-Жол» 2021 год. Проект «Центр-Восток», Астана-Ускемень. Работы по данному маршруту ведутся с 2013 года на участках Астана-Павлодар, а также Павлодар-Семей-Халбатау. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 218 километров, из них Астана-Павлодар 47, Павлодар-Семей-Халбатау 171 километр. Бюджет 2016 года 60 миллиардов 500 миллионов тенге. Освоение идет также согласно плану финансирования. Мы планируем по итогам года открыть проезд в одном направлении на протяженности 200 километров на участке Астана-Павлодар и завершить строительство мостового перехода через реку Иртыш. Карим Казымканович, вы в субботу были на этом объекте. Реконструкция участка Халбатау-Ускемен 102 километра планируется начать в 2017 году. Полное завершение проекта 2020 год. Проблемным участком был именно Астана-Павлодар. На этот год мы решили, что завершающиеся объекты будут Астана-Темиртау и Кабчагай, и финансирование в основном давали на эти два проекта. В следующем году мы планируем в рамках уже утвержденных лимитов на 2017 год завершить и Павлодарскую дорогу. Проект «Центр-Запад», Астана-Ахтубе, Атрау-Ахтау. Работы ведутся на участке Бейнеу-Ахтау. В этом году завершается проект. В 2014 году было открыто движение на протяженности 200 километров. В текущем году выделено 38 миллиардов 500 миллионов тенге. Также работы ведутся на 26 километрах участка Ахтубе-Атрау, участки Астана-Аркалык-Торгай-Шалкар-Кандагаш, а также Ахтубе-Макат и Атрау-Астрахань будут реконструированы за счет займов трех банков, это Всемирный банк, Азиатский банк и Исламский банк развития. Реконструкции планируется начать в 2017 году, проект завершается в 2022 году.
Дорога Алматы-Ускемен. Работы ведутся на участке Капчагай-Талдыкорган, 141 километр. Введено уже 53. Проект в этом году также мы планируем завершить. Участок Талдыкорган-Калбатау планируется начать в 2017 году. Это льготные кредиты Эксимбанка Китая. Завершение проекта 2021 год. Астана-Петропавловск, граница Российской Федерации. Бюджет 2016 года 11 миллиардов тенге. Также в рамках плана финансирования полностью проект мы заканчиваем. Также есть участки, такие как Уральск-Каменка, Западно-Казахстанской области. Проект мы планируем завершить в 2018 году. Финансирование, освоение идет полностью в соответствии с графиком. Проекты Жетибай-Жаназень и Ушарал-Достык будут реализованы за счет займов Эксимбанка Китая. Во втором полугодии текущего года планируется подписать соглашение о займах. Начало реализации проекта 2017 год. По проектам Кызылорда-Жезказган-Караганды и юго-западный обход города Астаны мы сегодня ведем переговоры с банками по привлечению финансирования. Карим Казымканович, завершая автодорожный блок, хотел бы коротко остановиться на одном проблемном вопросе. Мы ежегодно сдаем в эксплуатацию или реконструируем большое количество дорог, примерно от 500 до 800 километров ежегодно. С начала реализации программы «Нуржол» реконструировано 1256 километров. Кроме того, планируется в ближайшее время сдача проектов «Западная Европа», «Западный Китай», участки «Центр-Восток», «Центр-Юг». И сегодня предприятия, которые обеспечивают содержание, особенно зимнее содержание этих дорог, оснащены техникой на 34%. То есть мы строим много, а потом не содержим в полном объеме в соответствии со стандартами эти дороги. Поэтому мы хотели попросить Карим Казымканович в рамках нашего бюджета, в рамках тех лимитов, которые доведены до нас, рассмотреть возможность перераспределения средств и на 5 миллиардов тенге приобрести соответствующую технику для компании «Казавтожол» и «Казахавтодор» для нормативного содержания. Следующий слайд, можно? В 2015 году в рамках программы начата реконструкция пассажирского терминала аэропорта Астаны, стоимость 60 миллиардов 200 миллионов тенге, из них 39 миллиардов мы уже выделили из национального фонда, 11 миллиардов – это собственные средства НК КТЖ, и 10 миллиардов, уже сегодня Минэкономики докладывало, это из спецрезерва правительства, выделяются, 5 миллиардов из них освоено, 5 планируем, что в 2017 году. Проект полное завершение – 2017 год, март 2017 года. И следующий слайд. Во исполнение поручения президента с Советом по управлению национальным фондом на 2016 год одобрено выделение средств в размере 10 миллиардов тенге на увеличение уставного капитала «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала «КФГИК» для реализации механизма гарантированных долевых вкладов и жилищного строительства. Мы планируем, что до конца августа текущего года также будет обеспечено освоение этих средств. Спасибо большое. Спасибо. Развитие инфраструктуры в сфере образования. Асылова Бибигуль Мангельдиновна. В текущем году за счет средств Национального фонда на строительство объектов образования выделено 58 миллиардов тенге, в рамках которых ведется строительство 96 объектов. Из них 19 детских садов, 77 школ, 17 школ взамен аварийных, из которых 17 школ взамен аварийных, 59 школ взамен трехсменных и одна коррекционная школа-интернат в городе Караганда. По состоянию на 1 августа местным исполнительным органам перечислено 27 миллиардов тенге. По итогам полугодия введен в эксплуатацию 21 объект образования, в том числе 14 школ и 7 детских садов. По оперативным данным МИО освоено 24 миллиарда тенге или 88% от плана финансирования. Остаток не освоенных средств составил 3 миллиарда тенге. Наименьшая доля освоенных средств из 10 регионов приходится на 5 регионов. Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская область и город Астана. По остальным 5 регионам ожидается экономия по госзакупкам, которая будет перераспределена на объекты, строящиеся с опережением в рамках предстоящего уточнения республиканского бюджета в установленном порядке. Основными причинами неосвоения средств национального фонда явились судебные разбирательства с подрядчиками,
отставание подрядчиков от графика СМР, незавершенные процедуры государственных закупок и позднее заключение договоров. По итогам проведенного мониторинга МОН выявлен риск срыва сроков ввода по трем школам Алматинской области и одной школе в Карагандинской области. Требует также отдельного рассмотрения строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне Арай города Жанаузень. Освоение составило 92% от годового объема выделенных средств. Однако, согласно фотоотчету, строительство находится только на начальной стадии реализации. Следует отметить, что данные проблемы были озвучены в ходе селекторного совещания у заместителя премьер-министра Назарбаева Дариги Нурсултановны по реализации госпрограммы «Нурлы жол» от 5 августа текущего года. И местным исполнительным органам поручено обеспечить полное освоение средств до конца года. Отмечаем, что по строительству объектов образования до конца года предстоит освоить еще 34 миллиарда тенге или 59% от годовой суммы, рассмотреть возможность переноса плановых назначений с 4 квартала на 3 квартал. Так, по плану финансирования на 4 квартал запланировано 20 миллиардов тенге. Усилить контроль за ходом строительства объектов образования, ускорить завершение процедур проведения госзакупок. На сегодня министерство и местными исполнительными органами начата работа по данным поручениям. Как было отмечено в докладе Министерства экономики, на создание лаборатории в 11 вузах из национального фонда было выделено 3 миллиарда тенге. По плану финансирования на 1 августа предусмотрено 420 миллионов тенге. При этом данные расходы не перечислены, так как оплата производится по факту поставки оборудования. В целом предполагается приобретение 26 лабораторий, из которых по 16 лабораториям объявлены конкурсы, по 7 лабораториям завершены конкурсные процедуры и заключены договора. По 3 лабораториям Казнитус Атпаева формируется перечень оборудования. Работа будет продолжаться. Все на контроле. Спасибо, Умурзак Кустаевич. Уважаемый Карим Кожамханович, уважаемый член правительства, освоение средств нацфонда, выделенных Самрук Казне в рамках госпрограммы «Нурлы жол», проводится в запланированном объеме согласно плану финансирования. В 2016 году было предусмотрено 143,4 миллиарда тенге, из которых 46 миллиардов – это капитализация и 97 миллиардов – это облигационный займ. Из 46 миллиардов 36 миллиардов уже получено. Они освоены нашими дочерними компаниями. В основном это же КТЖ, строительство вторых путей на участие на участке Алматы-Шу, выделенные средства полностью освоены. В результате уже в 2016 году будет построено 110,7 километров железной дороги. Ввод в эксплуатацию позволит увеличить грузооборот и провозную способность участка. И мы ожидаем, что объем перевозок составит 37 миллионов тонн вместо 31 нынешних 31 миллиона тонн. Значит, по проекту строительства паромного комплекса в порту Курук, эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов, все средства освоены. Значит, и это позволит обеспечить объем перевалки грузов в объеме до 4,1 миллиона тонн. Значит, по проекту строительства объектов инфраструктуры СЭС, Национальный инженерный центр нефтехимии в Атырауской области, 10 миллиардов тенге, о которых в прошлый раз говорили, сегодня уже выделены, и они будут до конца года освоены. По облигационному займу 97 миллиардов было выделено, из них 20 миллиардов было перераспределено, то есть осталось 77 миллиардов. На эти средства будут построены 500 тысяч квадратных метров жилья и свыше 10 тысяч квартир. По указанным средствам уже из 77 миллиардов 42,8 миллиарда тенге на сегодняшний день освоены. В результате будет введено в эксплуатацию 213 тысяч квадратных метров жилья и 4030 квартир. Спасибо. Спасибо. Байтерек Ибрагимова Лиза Теркиновна.
Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые участники совещания, освоение средств по программе «Нурлы жол» и средств Национального фонда ведется очень активно по пяти направлениям. Первое – поддержка предпринимательства кредитоэкспортерам. Средства в размере 45 миллиардов тенге, поставки, не превышающие 12,5% годовых, будут освоены до 1 ноября, выданы полностью конечным заемщикам. На сегодняшний день Шымкент Май, РЖ Брэнс, Маслодел, Евраз Каспиан Сталь получили одобрение на сумму 9 миллиардов тенге. 11 проектов на сумму 31,9 миллиардов тенге в ближайшее время получат заключение о статусе финансирования, и в итоге все эти ресурсы будут доведены до конечных заемщиков до 1 ноября 2016 года. Второе направление – строительство жилья через Казахстанскую ипотечную компанию. Было выделено 22,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день на сумму 22 миллиарда тенге заключены контракты с застройщиками общей площадью 128,5 тысяч квадратных метров, что предусматривает 2008 квартир и их сдачу. Из них 148 квартир уже сдано. По незаконтрактованным 500 миллионам ведутся конкурсные процедуры. Подрядчикам на объектах перечислено 12 миллиардов 800 миллионов тенге. Дальнейшее освоение до конца года осуществляется по актам выполненных работ. Третье направление. Использование 113 миллиардов тенге на строительство арендного жилья для очередников местных исполнительных органов и кредитного жилья для вкладчиков жилстрой Сбербанка. По решению Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики 28 июня из этих 113 миллиардов тенге 25 миллиардов тенге перераспределены в Банк развития Казахстана на краткосрочные меры по стимулированию экономического роста. На сегодняшний день Байтерек Девелопментом заключены договора на сумму 61,6 миллиардов тенге. Непосредственно подрядчикам перечислена сумма по состоянию на 8 августа 9 миллиардов 800, в течение последних двух дней также дополнительно освоена сумма 600 миллионов. Фактическое освоение, то есть доведение до конечного, составляет 10 миллиардов 361 миллион тенге на сегодняшнюю дату. Значит, также имеются меморандумы на сумму 35 миллиардов 200 миллионов тенге. И после предоставления полного пакета потенциальными партнерами-застройщиками Байтерек Девелопмент заключит договора инвестирования. По всем ресурсам будут проведены полностью процедуры отбора проектов. Следующее направление – строительство местными исполнительными органами кредитного жилья для вкладчиков жилстрой Сбербанка. Здесь 67 миллиардов тенге получены Байтерек Девелопментом, из которых также 25 миллиардов тенге, которые планируется использовать в 2017 году на краткосрочной основе, переданы в Банк развития Казахстана. По остальным суммам полностью проведены все процедуры выкупа ценных бумаг акиматов. По состоянию на 8 августа это было 8 акиматов. В течение последних двух дней проведены по 9 местным исполнительным органам торги на Казахстанской фондовой бирже дополнительно на сумму 17,3 миллиардов тенге. На данный момент сумма в размере 33 миллиарда тенге поступила в местные исполнительные органы по всей республике. Дополнительно акиматам Кызылординской области совместно с Министерством национальной экономики и финансов вносятся изменения по увеличению лимита долга, который позволит разместить после принятия соответствующих решений дополнительный объем ценных бумаг на сумму 5,2 миллиарда тенге до конца текущего года. По кредитованию вкладчиков жилстрой Сбербанка было получено 22 миллиарда тенге. Дочерняя организация жилстрой Сбербанк на данный момент деньги находятся на специальном счете в Национальном банке Республики Казахстан, и освоение средств будет осуществляться по мере ввода жилья по программе. Планируется в течение двух ближайших лет выдать на эту сумму более 2000 ипотечных займов. Таким образом, все выделенные средства из Национального фонда доводятся до конечных получателей. Благодарю за внимание. Спасибо. Переходим к регионам. Первая, Алматинская область, Турлашов Лизат Махатович. Пожалуйста. Уважаемый Карим Кажимханович, по озвученным замечаниям сообщают, что из выделенных 14,4 миллиарда тенге на 1 августа освоены 13,3 миллиарда тенге. Не освоено 1,1 миллиард тенге. Вот, в том числе, значит, по строительству объектов образования освоение 88%.
Сейчас по всем объектам заключены договора, усиленно идут строительно-монтажные работы. По трем объектам школ, это две школы село Бурулдай Илийского района и Байтерек-Ингбиш-Казахского района, сейчас активно ведутся строительно-монтажные работы, планируется ввести в эксплуатацию к началу учебного года. Завершение же третьей школы на 900 мест село Сарузия-Кербулахского района намечено к концу сентября текущего года. Сейчас выполнены строительно-монтажные работы на 85%. По обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строительства жилья у нас освоение 91%. Здесь тоже все конкурсные процедуры завершены, ведутся строительно-монтажные работы. Значит, в целом реализация всех проектов находится на постоянном контроле. Все выделенные средства будут освоены в полном объеме. Ценные бумаги у нас на фондовой бирже торги прошли. Здесь на 1,6 миллиарда торги закончились. Спасибо за внимание. Западно-Казахстанская область, Кульгинов. Құрметті Кәрім Қажымханұлы, үстіміздегі жылы Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 3 бағытқа 6 миллиард тенге қаражат бөлінген. По состоянию на 1 августа текущего года освоение составило 79,2%. Из запланированных 2,9 миллиардов тенге освоено 2,3 миллиарда. По первому направлению строительство и реконструкция объектов образования, это строительство детского сада, освоены средства 100%. Здесь по направлению проектирования, развития, обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры имеется небольшое отставание. Из запланированных 1,6 миллиардов тенге на сегодняшний момент освоено 995 миллионов. Неосвоение сейчас составляет 600 миллионов, но при этом хочу сказать, что по объему фактически выполненных работ у нас сейчас имеется 300 миллионов. То есть мы подписываем акты, сейчас идет проверка актов выполненных работ, и освоение уже будет осуществлено. По реконструкции и строительству систем тепловодоснабжения и водоотведения по 10 проектам предусмотрены средства на плановый период, это 1 миллиард тенге, они освоены полностью. По контролю и освоению средств у нас разработаны сетевые графики, и по каждому проекту ежедневно отслеживается ход их исполнения. Уважаемый Карим Кажимханович, хочу заверить, что по итогам 9 месяцев все средства будут освоены в полном объеме. Доклад окончен. Костанайская область, Мухамбетов. Алматыва. Уважаемый Карим Кажимханович, уважаемые коллеги, в рамках программы «Нурлы жол» для нашей области выделено 8 миллиард 974 миллиона тенге. По состоянию на 8 августа освоено 5 миллиардов 400 миллионов тенге, или почти 89%. До конца года мы ожидаем освоить 8 миллиардов 629 миллионов тенге, почти 97%, около 3% это в основном экономия за счет государственных закупок, которые мы заявили к уменьшению при уточнении республиканского бюджета. По всем объектам сейчас идет строительство, на контроле находится, вот, все отставания мы ликвидируем по итогам августа месяца. Доклад закончен. Спасибо. Мангистауская область, Айдарбаев. Құрметті Карим Кажымханұлы, 2016 жылдың 1 тамызы жағдайына Мангистау облысының бюджетінде ұлттық қордан нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыру үшін нысаналы трансферт есебінде 8,7 миллиард тенге қарастырылған. Есепті кезеңге қаражат 4,1 миллиард тенгені, немесе 97,3% игерілді. В целом, по нашей области, по основным направлениям программы, это строительство жилья, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, школ и детских садов, объектов водоснабжения, выделенные средства освоены на уровне 100%. Сегодня прозвучали в докладах замечания по некоторым проектам. Разрешите их прокомментировать. Первый проект. Это модернизация оборудования и увеличение производства питьевой воды до 20 тысяч кубометров в сутки опреснительного завода «Каспий». Для реализации данного проекта получен кредит в сумме 1,6 миллиарда тенге, из которых 1 миллиард тенге перечислен на счет опреснительного завода. Однако освоение средств конечным заемщикам еще не начато.
Как вам уже было доложено в ходе вашего вчерашнего рабочего визита в регион, по данному проекту произошло удорожание закупаемого оборудования в связи с девальвацией тенге. На сумму удорожания проведена корректировка ПСД, получена государственная экспертиза, стоимость проекта составила 3,3 миллиарда тенге. В этой связи нами направлена бюджетная заявка в ООО «КАС-центр ЖКХ» и Министерство национальной экономики на выделение дополнительной суммы для полной реализации проекта – это 1,7 миллиарда тенге. На сегодня от АО «КАС-центр ЖКХ» получено положительное заключение по новой стоимости проекта. По информации Министерства национальной экономики, сегодня состоится заседание рабочей группы. По итогам заседания ожидается получение положительного решения о кредитовании конечного заемщика по новой откорректированной стоимости. Без данного решения на сегодня использование уже полученного кредита не представляется возможным. В связи с чем просим от Министерства национальной экономики соответствующее решение, а также в рамках предстоящего уточнения республиканского бюджета поддержать выделение дополнительных кредитов в сумме 1,7 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жол». В целом, на сегодня подрядчик ТО «СМ Трейд» проводит работы за счет собственных средств. Объем выполненных работ уже составил свыше 1 миллиарда тенге. Второй реализуемый проект, по которому были замечания, это строительство автономных котельных в селе Мангыстау Монолитского района. Сумма полученного кредита составляет 710 миллионов тенге, из которых 125 миллионов тенге, согласно плану финансирования, перечислены конечному заемщику. Конкурсные процедуры по проекту завершены, определен подрядчик. Строительство монтажной работы начаты 8 августа текущего года. На 1 сентября ожидается полное освоение перечисленных средств согласно плану финансирования. Что касается строительства детского сада в городе Жангузен, объект является переходящим на 2017 год. На сегодня из выделенных средств в сумме 400 миллионов тенге, 371 миллион тенге перечислены на специальный экскроу счет, освоено 100 миллионов тенге. До конца текущего года средства будут также освоены полным объемом. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Южно-Казахстанская область. Садибеков. Добрый день, уважаемый Карим Хажимханович. В текущем году на строительство 44 объектов в рамках программы «Нурлы жол» выделено 23,2 миллиарда тенге. По состоянию на 1 августа освоено 8,4 миллиарда тенге, или 86% плану отчетного периода. Не освоено 1,4 миллиарда тенге. Основная сумма неосвоения приходится на объекты образования. Ведется строительство 23 школ и одного детского сада, из которых в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 9 школ и одного детского сада. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 7 школ и один детский сад. До 1 сентября по плану будут сданы еще 2 школы. По остальным 14 объектам работы ведутся в усиленном режиме. До конца года все средства будут освоены. В целом неосвоение средств имели место в связи с обжалованием касательно государственных закупок. Уважаемый Карым Хажимханович, учитывая проблемы, с которыми мы столкнулись при проведении госзакупок, разрешите внести следующее предложение. Как указано выше, по 7 объектам на сумму 5,9 миллиардов тенге от органов государственного аудита на основании жалоб потенциальных поставщиков поступили уведомления об отмене либо пересмотре протокола итогов. Однако при детальной перепроверке данные жалобы не подтвердились, и протокола итогов конкурса оставлены без изменения. Проблема в том, что на все эти разбирательства у нас ушло около 1 месяца времени, и выделенные на тот период средства не были освоены в срок. Поэтому в целях эффективного использования бюджетных средств мы просим рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство по госзакупкам именно посредством из Национального фонда Республики Казахстан. В части сокращения сроков проведения конкурсов с 50-60 календарных дней до 35 календарных дней. По имеющимся до конца года рискам неосвоения мы совместно с отраслевыми министерствами проработали вопрос перераспределения на другие объекты. В случае поддержания внесенных предложений по итогам года все средства будут освоены в полном объеме. Доклад окончен. Рахмет. В
части оснащения базовых вузов новыми лабораториями есть проблемы по аграрным вузам. Слово ректору Казахского национального агротехнического университета Есполову Тлектесу Исабаевичу. Пожалуйста. Уважаемый Карим Гармханович, в республиканском бюджете на 2016 год по программе Нурлыжол Казахскому национальному аграрному университету предусмотрено выделение 422,7 миллиардов тенге на приобретение оборудования и разработки образовательных программ. По приказу Министерства образования от 14 и 19 апреля 2016 года на приобретение оборудования выделено 342,5 миллионов тенге в соответствии с законодательством о государственных закупках и приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан университетом проведена вся процедура поставки оборудования на лаборатории «Зеленая биотехнология» и «Клеточной инженерии» на сумму 291 миллионов тенге, что составляет 88% от общего объема финансирования. На оставшуюся сумму 51,4 миллионов тенге объявлен конкурс на приобретение оборудования на лаборатории управления природными ресурсами и устойчивого развития агроэкосистем. В настоящее время для получения финансовых средств на две лаборатории университетом разработана инновационная программа и финансово-экономическое обоснование его которые будут представлены на согласование Министерства образования и Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Просим положительно решить вопрос согласования инвестиционного предложения, финансово-экономического обоснования Министерства национальной экономики в комитете ГЧП, учитывая свершившийся факт поставки лабораторного оборудования. Университет всю работу выполнит в срок. А по данному вопросу мы работаем в Министерстве образования Бибигуль Амангельдиевна Асыловой, а в Министерстве сельского хозяйства Ермек Бедельбаевичем Кушербаевым. Спасибо. Рахмет. Есть ли желающие выступить, прокомментировать? Пожалуйста. Я хотел прокомментировать вот по вопросам государственных закупок. Вопрос поднимался по сокращению. Есть закон и есть сейчас требования по камеральному контролю. Я тоже докладывался, что у нас выявлены нарушения. Были попытки, конечно, со стороны местных исполнительных органов, вплоть до судебного обжалования этих уведомлений. Но я настоятельно советую лучше быстро и эффективно исправить нарушения на стадии, когда еще идет конкурс, чем потом судиться и вовлекать в этот процесс подрядчиков. И у нас были с рядом других регионов такие же вопросы. Быстро устранили и темп освоения нормально выправили. Не нужно слушать своих нижестоящих там подразделений, потому что у нас доказано, что идет повальное нарушение требований. И это средства национального фонда. Лучше на этой стадии уведомление исполнить, чем потом. Все равно в любом случае правоохранительные органы еще придут и будут соответствующие процессуальные действия. Пожалуйста. У меня на селекторном совещании мы очень подробно обсуждали эти проблемы, причем они хронические, переходящие, вот мы говорили, из года в год. Это и нарушение процедур госзакупа, сроки, плюс останавливается работа, если подана жалоба по итогам конкурса. Поэтому там было озвучено предложение о том, чтобы рассмотреть, проработать вопрос о том, чтобы регламент и процедуры пересмотреть, жесткие сроки установить и сделать так, чтобы даже если конкурс прошел и подана жалоба, работы не приостанавливались. И ужесточить, собственно, ответственность, именно персональную ответственность администраторов этих программ. Второй момент. Я также просила государственные органы, вот Министерство национальной экономики, внимательно изучить российский опыт в этом деле, потому что они здесь уже довольно далеко продвинулись. То есть если есть уже государственный заказ, победитель определен, в банке открывается специальный счет. И деньги с этого счета перечисляются исполнителю заказа,
только с ведома заказчика, что предотвращает использование этих денег не по целевому назначению и разные другие злоупотребления, и можно отслеживать ход исполнения заказа вот уже прямо на каждом этапе. Для этого, конечно, нужно ужесточить, опять же, требования к администраторам программ. Поэтому здесь определенный опыт есть, ничего нового открывать не надо, просто надо изучить и постараться адаптировать к нам. Кто желает выступить, высказаться? Тогда давайте подведем промежуточные итоги, поскольку этот вопрос будет выноситься на рассмотрение у главы государства, когда будет расширенное заседание. И по итогам года мы уже будем проводить соответствующую работу. Значит, первое. Обращаю внимание акимов на полное и своевременное освоение выделенных средств. Это персональная ответственность акимов и администраторов бюджетных программ. Сегодняшнее рассмотрение показало, что работа, которая сейчас проводится, она проводится в недостаточном объеме. Поэтому поручаю, первое, Министерству национальной экономики проанализировать ситуацию с освоением средств в регионах и внести предложение по рассмотрению ответственности курирующих заместителей акимов. Второе, АО «Байтерек» и «Самрук Казана» обеспечит освоение законтрактованных средств и ввод запланированного объема жилья. Это надо Умурзак Стаевич и Ирбалат Скарбекович прямо на персональном контроле держать. Третье. Акимам областей и городов Астаны и Алматы обеспечить своевременное и надлежащее освоение средств на строительство объектов образования и их введение в эксплуатацию. Четвертое. Администраторам бюджетных программ вести еженедельный мониторинг освоения выделенных средств и на ежемесячной основе информировать Министерство национальной экономики о проделанной работе. Значит, я буду рассматривать эту программу в ежемесячном режиме, то есть вынос на заседание правительства, а Бахаджан Абдировичу поручаю рассматривать каждые две недели. Договорились? Значит, это в протоколе все надо поставить. Переходим к рассмотрению второго вопроса. С прошлого года мы приступили к исполнению плана нации 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ, в котором особая роль отведена вопросам привлечения транснациональных корпораций и якорных инвесторов. Значит, Жень Смахмудович, прошу вас доложить о проводимой работе по привлечению инвесторов и реализации 55-56 шагов. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, разрешите доложить о работе по привлечению иностранных инвесторов и той работе, которая проводится в рамках 55-56 шагов плана нации. Последние годы мы видим тенденцию перетока иностранных инвестиций в развитые защищенные регионы из развивающихся стран. По данным организации ЮНКТАД, по итогам 2015 года заметно снизились инвестиции в развивающиеся и даже в ряде развитых стран, это коснулось и Казахстана. По итогам 2015 года прямые иностранные инвестиции снизились в основном в горнодобывающей промышленности почти более чем на 50%, добыча сырой нефти на 60%, торговли на 47%, это данные Нацбанка. Вместе с тем, те отрасли, которые таргетируются в рамках программы индустриализации, показывают определенный рост. К примеру, прямые иностранные инвестиции увеличились в производство продуктов нефтепереработки, машиностроение, производство пищевых продуктов почти на 30%. В первом квартале 2016 года мы видим определенное восстановление темпов инвестирования. Так увеличился чистый приток прямых иностранных инвестиций и составил по итогам первого квартала 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Это уровень 2013-2014 года. Мы ожидаем по итогам года, то есть восстановление на уровне 9-8 миллиардов долларов прямых инвестиций. Теперь позвольте доложиться о ходе реализации 55-го и 56-х шагов плана нации. По 55-му шагу привлечение минимум 10 транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки.
По итогам 2015 года было запущено 5 новых производств с участием следующих транснациональных якорных инвесторов на общую сумму свыше 20 миллиардов тенге. Это General Electric, США, завод по производству дизельных двигателей Джева в Астане. Объем инвестиций составил более 7 миллиардов тенге. Halliburton, также США, завод по производству баритового концентрата на месторождении Бестөбе в Карагандинской области. Объем инвестиций порядка 4 миллиардов тенге. Китайская корпорация JAC, запуск первого этапа производства автомобилей бренда JAC методом крупноузловой сборки, объем инвестиций порядка 8 миллиардов тенге. Highway K Line, Япония, транспортно-логистический терминал в городе Алматы, объем инвестиций свыше 2 миллиардов тенге. Тикурила, Финляндия, завод по производству лакокрасочной продукции в Алматинской области. Мы активизировали работу по привлечению ТНК в Казахстан и в целом видим, что интерес инвесторов на сегодняшний день не снижается. В 2016 году осуществлен запуск проектов по строительству нового цеха трубных резьбонарезных линий с участием итальянской компании Tenaris с объемом инвестиций порядка 14 миллиардов тенге. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию второй этап проекта по производству автомобилей бренда JAC методом мелкоузловой сборки. Также в 2016 году планируется начать строительство 4 проектов, в том числе с участием транснациональных компаний. Это второй этап работы «Еврохим» в Жанатасе, в Жамбылской области, химический комплекс по выпуску минеральных удобрений. Общий объем инвестиций составит за этот период более 300 миллиардов тенге. Карминхаус, групп, Бельгия, строительство завода по производству высококачественной извести, сарапанское месторождение в Карагандинской области, объем инвестиций 8 миллиардов тенге. Корпорация Хикма, Великобритания, строительство завода по выпуску фармацевтических препаратов в Алматы. CMPC, строительство завода стальных труб большого диаметра в Алматы. Air Liquid, Франция, производство технических газов. И этот перечень, Карим Казанханович, он увеличивается. Мы ведем постоянную работу с инвесторами. В соответствии с поручением главы государства для активизации привлечения инвестиций нами были подготовлены и направлены 240 крупным потенциальным инвесторам предложения по инвестированию приоритетный сектор экономики и проекты, а также в таких отраслях, как агрохимия, нефтехимия, машиностроение, АПК, легкая промышленность, строительная индустрия. При этом в эту работу максимально были вовлечены все наши дипмиссии, посольства. Казнекс Инвест также ведет точечную работу по привлечению инвесторов из списка Global 2000. 56-й шаг – создание в приоритетных секторах экономики совместных предприятий с якорными инвесторами, международными стратегическими партнерами. Мы активно работаем со следующими якорными инвесторами – это Кремонини, проект по строительству мясоперерабатывающего завода с откормочной площадкой, Рио Тинто, проект по разведке медно-порфировых руд, Рено Ниссан АвтоВАЗ в Восточно-Казахстанской области, производство автомобилей полного цикла на базе Азия Авто Казахстан, Илюка Австралия, строительство завода по переработке редкоземельных металлов, Аэрбас Франция, строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в городе Астана, а также ряд других. Кроме того, в 2015 году реинвестировано 5 компаниями, в том числе транснациональными корпорациями Данон, Латте Групп, Coca-Cola, в создании и расширении существующих производств на территории Казахстана более 20 миллиардов тенге, создано более 500 новых рабочих мест на существующих предприятиях. Также в 2016 году мы планируем, что 5 действующих корпораций, в том числе транснациональные, Тикурила, Эджибаши, Данон, будут реинвестировать производство на сумму более 7 миллиардов тенге в таких отраслях, как строительная индустрия, легкая, пищевая промышленность. До конца 2016 года у нас есть 6 действующих инвесторов, в том числе Lactalis, Halliburton Cement, Ital Cement, Alstom, которые планируют реинвестировать в проекты на сумму более 30 миллиардов тенге, созданием еще порядка 440 рабочих мест. Это, Карим Казанханович говорит, о определенном доверии к инвестиционному климату страны. Для того, чтобы не пропала ни одна инициатива иностранных инвесторов, была выстроена система мониторинга реализации проектов по принципу follow-up. Всего у нас свыше
300 проектов с участием иностранных инвесторов, из которых активных 220 проектов на сумму свыше 30 миллиардов долларов США. На внешнем уровне проекты закреплены за нашими дипломатическими миссиями, на центральном уровне за основными отраслевыми министерствами. Так, Министерство сельского хозяйства 59 проектов, Министерство энергетики 50 и Министерство инвестиций и развития 161 проект. На региональном уровне за акиматами также ведется мониторинг по этим проектам. Все проекты находятся на постоянном мониторинге. В соответствии с достигнутыми договоренностями главы государства продолжается работа с инвесторами в рамках страновых программ по привлечению инвестиций. Сейчас у нас в активной стадии проработки сотрудничества с такими странами, как КНР, это 51 проект, с Турцией 47 проектов, с Россией 30 и Ираном 31 проект. Одним из главных приоритетов для нас остается улучшение инвестиционного климата. Первое. Приняты новые законы. Это предпринимательский кодекс, закон СС, закон о ГЧП. Приняты ряд подзаконных актов. Проводится планомерная работа по вхождению в комитет по инвестициям УЭСР в 2017 году. Вхождение в комитет будет показателем того, что инвестиционный климат Казахстана соответствует стандартам этой организации. В частности, принят детальный план по улучшению инвестиционного климата. Этот план утвержден постановлением правительства 24 февраля 2016 года. Ключевыми направлениями плана являются упрощение миграционно-визовых вопросов для инвесторов, улучшение налогового и таможенного администрирования, а также дальнейшее улучшение системных инструментов привлечения инвесторов. Второе. Внедрен принцип одного окна для инвесторов. Порядка 300 государственных услуг оказывается сегодня через одно окно с целью минимизации административной нагрузки на инвесторов и упрощения их взаимодействия с государственными органами. С начала года по всей стране обратились и получили эти услуги свыше 2500 инвесторов. С 2017 года инвесторы смогут получать консультации и госуслуги в режиме онлайн. Третье. Продолжается работа по защите прав инвесторов в рамках Института инвестиционного омбудсмена. За время работы этого института поступило свыше 90 различных обращений инвесторов. По большинству из них вопросы сняты. Мы видим, что у инвесторов появилось доверие к этому институту. На внешнем уровне вовлечены наши посольства за рубежом. По согласованию с вами в 10 приоритетных странах направляются специальные советники послов по инвестициям. Это такие страны, как Великобритания, Южная Корея, Германия, КНР, Франция, Япония, Иран, Индия, Италия, США. Открыты 5 региональных фронт-офисов Казнекс Инвест, которые будут работать в тесном контакте с инвесторами и выступают в качестве одного окна за рубежом. Уважаемый Карим Кажимканович, в целом, с учетом задач, поставленных главой государства, мы проводим активную работу с инвесторами, в том числе с транснациональными корпорациями, и проводим максимальную работу по улучшению инвестиционного климата страны. Спасибо. Ерлан Абильфаизович. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые участники совещания, я буду короток. Женис Махмудович подробно рассказал о деятельности по привлечению инвестиций в соответствии с шагом 55-56. Хочу сказать, что практически в каждом из перечисленных проектов есть серьезная лепта, внесенная дипломатами нашей страны. Центральный аппарат, соответствующие подразделения центрального аппарата и загранучреждения активно озадачены на привлечение инвестиций и экономическая составляющая работы наших загранучреждений и центрального аппарата имеет очень активный характер. Поэтому я хотел бы остановиться больше на проблемных вопросах, которые мы выявили в ходе этой работы. Женис Махмудович сказал, что мы определили 10 стран приоритетных для внедрения института советников по инвестициям, 6 из них уже действуют, по 4 осталась работа по переводу соответствующих работников на госслужбу, она завершается. Открыты 5 офисов Казинвеста. Мы ожидаем отдачи от этих нововведений. Их работа показывает, что есть возможности для совершенствования этой работы. В первую очередь это касается конкретики по проектам. Мы вносили вам предложение для рассмотрения в рамках инвестиционного штаба предложение о создании пула инвестиционных проектов. Проектов очень много, многие из них отраслевые, поэтому
при работе с инвесторами иногда не хватает конкретики по проектам и расхождение по позиции министерств, ведомств, и, соответственно, затрудняется работа по обеспечению отслеживания реализации проектов. Поэтому есть предложение, оно наше совместное с Министерством инвестиций и развития, по созданию единого пула крупных инвестиционных проектов, которые бы проходили обкатку во всех ведомствах соответствующих и получали утверждение на инвестиционном штабе под вашим руководством. Второе, скажем, Карим Камжиканович, это дифференцированный подход. У нас как бы валовый подход ко всем странам. Все проекты сразу мы стараемся распространять и пытаться находить инвесторов во всех странах. Хотя мы знаем, что есть страновая специализация, поэтому предлагаем внедрить, опять же, через решение инвестиционного штаба страновой таргетированный подход. То есть, если нам нужна высокоточная продукция, то мы знаем, какие страны на этой продукции специализируются и таргетируют какие-то проекты только на эти страны, и исключая из этого списка те страны, которые не имеют к этому никакого отношения. Самый главный вопрос при привлечении транснациональных корпораций и потенциальных инвесторов – это вопрос сбыта. Любой инвестор, как вы знаете, и вам инвесторам всегда говорили, что вопрос сбыта является для них ключевым, поэтому здесь мы тоже вносим предложение рассмотреть на инвестиционном штабе очень подробно и детально с решениями вопрос о выработке единой экспортной политики. У нас нет глубокого анализа и экспортной политики, и импортной политики, поэтому это нам кажется серьезное препятствие для грамотной работы с инвесторами, потому что любой инвестор, прежде чем вкладывать деньги в то или иное производство, думает, куда потом его продукция будет продаваться. У нас такого анализа нету по рынкам, поэтому считаем, что нужно самым серьезным образом, соответствующим блоку министерств, заняться выработкой согласованной, четкой, отработанной экспортной политики и импортной политики с учетом наших рынков, рынков наших соседей, дальних рынков, и затвердить эти шаги на инвестиционном штабе с тем, чтобы это стало руководством действий всего экономического блока и наших заграничных учреждений. Большое спасибо. Есть ли желающие выступить, прокомментировать? Ну вот по этой работе была критика главы государства и был вот найден компромисс в результате долгих споров по разграничению деятельности, чем занимается министерство Касымбека, чем ваше министерство. Вроде как бы определились, но еще такого полноценного заседания инвестиционного штаба пока подготовлено не было. То есть какие-то там наметки были, а так, чтобы в практическую фазу перейти, я пока этого не увидел. Значит, поэтому вот я двум министрам поручаю в кратчайшие сроки подготовить полноценное заседание инвестиционного штаба, на котором мы могли бы принять решение. Вы вдвоем проговорите и определите дату. Я в любое время готов. Да, чтобы подготовить, провести, для того, чтобы мы могли сказать о конкретных результатах. Много обещаний тогда было дано и одним министерством, и другим министерством. И я бы хотел, чтобы мы уже в практическую фазу перешли по этим разговорам. Переходим к третьему вопросу о подготовке к уборочным работам. Айтуганов. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые участники заседания. По данным областных управлений сельского хозяйства, в 2016 году посевные площади всех культур составили 21 миллион 700 тысяч гектаров. В том числе зерновые – это 15 миллионов 200 тысяч гектаров, пшеница – 12 миллионов 200. Масличные культуры в республике в 2016 году размещены на площади 1,9 миллиона, кормовые – на 4 миллионах, хлопчатник – на 110 тысяч гектарах, сахарная свекла – на 12 тысяч гектаров. Картофель и овощи бахчевые культуры – на 183 тысяч и 230 соответственно. При этом по сравнению с прошлым годом увеличены площади пшеницы на 441 тысячу гектаров, зернобобовых на 26,3, хлопчатника на 10 и сахарной свеклы на 2,7 тысяч гектаров.
При этом увеличение площадей пшеницы не согласуется с проводимой политикой диверсификации растениеводства и заключенными с акиматами областей меморандумами. Так, в Акмолинской области превышение составило индикативного показателя на 162 тысячи гектаров, в Карагандинской на 198, Кустанайской на 199, Павлодарской на 120, Восточно-Казахстанской на 94 тысячи гектаров. Аналогичная ситуация в Южно-Казахстанской области по увеличению площадей хлопчатника в условиях дефицита поливной воды. В то же время сократились площади под ячменем на 197 тысяч гектаров, масличных на 90 тысяч, кукурузы на 6,7, картофеля на 6,5 тысяч гектаров, овощи бахчевых на 5,1 тысяч гектаров, и рис сократился против прошлого года на 4600 гектаров. Основной причиной является сокращение приостановления гектарной субсидии. Особенности формирования урожая нового года. В основных зерносеющих районах в первой половине июня отметились атмосферные осадки ниже нормы и прохладная погода. Обильные осадки, выпавшие в большей части зерносеющих областей во второй половине июня и в июле месяце, привели к формированию мощной вегетативной массы, затягиванию развития зерновых культур, распространению таких заболеваний, как септериоз и бурая ржавчина на посевах яровой пшеницы. Так, в Акмолинской, Кустанайской и Северо-Казахстанской областей в июле месяце нормы превысили 2-3 раза, что способствовало формированию высокого стеблестоя и, как следствие, полегания культур на отдельных полях. В целом, в июне-июле отмечался недобор положительных эффективных температур. Это привело к отставанию развития зерновых, масличных и зернобобовых культур. По состоянию на 5 августа в северном и восточных регионах Казахстана посевы зерновых культур находятся в преимущественно фазе цветения молочной и молочно-восковой спелости. В зависимости от срока посева, затягивание развития на сегодняшний день составляет 5-7 дней в регионах, где осадки выпали в пределах нормы, и отставание по срокам созревания на 7-10 дней в районах, где осадки превысили в 2-3 раза. С учетом этого, при среднем многолетнем ходе температуры в августе отставание в развитии посевов сохранится, и начало массовой уборки следует ожидать в первой декаде сентября. Если погода в августе будет жаркой, начало массовой уборки мы предполагаем к концу августа месяца. По прогнозу Казгидромета, в августе температура воздуха в большинстве регионов ожидается выше или около нормы, а количество осадков около или ниже нормы. Для организованного проведения уборочных работ были приняты меры по обеспечению финансирования сельхозтоваропроизводителей за счет бюджетных средств и средств финансовых институтов национального холдинга «Казагро». В целом, на финансирование весенне-полевых работ и уборочных работ в текущем году холдингом «Казагро» из средств бюджета было направлено 60 миллиардов тенге, в том числе через аграрную кредитную корпорацию 36 миллиардов, продкорпорацию 15,4 и через банки второго уровня 8 миллиардов 600 миллионов тенге. По состоянию на 1 августа профинансирование 2567 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 58 миллиардов 600 миллионов тенге. По состоянию на 10 августа, по данным областных управлений сельского хозяйства, в 7 областях республики, такие как Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская и Южно-Казахстанская область, убрано 732 тысячи гектаров или 32% от площади указанных областей. Намолочено порядка 1 600 000 тонн зерна. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет 21,7 центнера с гектара, что на 4,5 центнера выше уровня прошлого года. По южному региону уборка будет завершена в начале третьей декады августа. Проблем с уборкой здесь нет. По обеспеченности ГСМ и техникой. Потребность сельхозтоваропроизводителей в дизельном топливе для проведения осенне-полевых работ составляет порядка 392 тысяч тонн. Данная потребность имеется в полном объеме. По состоянию на 10 августа, по утвержденному совместно с Министерствами энергетики и сельского хозяйства графику закрепления областей на НПЗ поставщиками для сельхозпроизводителей на проведение отгружено 126 тысяч тонн или 32%. Средняя цена удешевленного дистоплива для сельхозпредприятий в регионах составляет порядка 92 тенге за 1 литр. Это на 15-17% дешевле, чем сегодня на рынке. Учитывая аномальные погодные условия текущего года, это обильные осадки,
ожидаемая высокая урожайность и прогнозируемые значительные объемы влажного зерна осенью, может потребоваться проведение дополнительных мероприятий по обеспечению сохранности зерна. В этой связи в Министерство энергетики направлено письмо с просьбой о выделении дополнительно порядка 61 тысячи тонн дизельного топлива на период сентябрь-ноябрь для проведения сушки зерна. Кроме того, по имеющимся данным, запланирована остановка на ремонт в августе-сентябре месяце двух НПЗ, это Плавдарский и Шымкентский НПЗ. На обеспокоенность министерства ожидаемыми перебоями в поставке дизтоплива Министерством энергетики заверило, что гарантирует поставки запланированных объемов. Подготовка сельхозтехники в целом по республике ведется в плановом режиме, темпы подготовки на уровне прошлого года. В уборочной кампании примут участие более 14 тысяч высокопроизводительных комбайнов, которые предполагаются убрать 11 миллионов гектаров или 70% от уборочной площади. В целях стимулирования приобретения сельхозтехники и оказания финансовой поддержки министерством за счет средств республиканского бюджета реализуется программа по удешевлению процентной ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники. На реализацию данной программы в текущем году было выделено порядка 7 миллиардов тенге. При этом предусматривается субсидирование лизинга сельхозтехники со ставкой вознаграждения не выше 19% годовых, из которых 7% будет субсидироваться за счет республиканского бюджета. Кроме того, с этого года предусматривается выплата инвестиционных субсидий при приобретении сельхозтехники. Норматив субсидий определен 25% от стоимости техники. По готовности зернохранилищ к приемке урожая. На сегодняшний день в республике у нас 204 лицензионных хлебоприемных предприятия, общая емкость которой составляет на сегодняшний день 13 миллионов 800 тысяч тонн. Кроме этого, у сельхозпроизводителей имеются емкости на объем 12 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Таким образом, общий объем составляет 26,6 миллионов тонн зерна, что достаточно для хранения с учетом ожидаемого высокого урожая. По состоянию на 1 июня ХПП хранится порядка 1 600 000 тонн зерна, это загруженность 11,6%. В том числе на ХПП трех основных зерносеющих районов 1 400 000 тонн зерна, или загруженность элеваторов ХПП составляет 12,3%. В плановом порядке ведется работа по подготовке материально-технической базы ХПП к приему нового урожая. Фитосанитарная обстановка. В настоящее время проводится химическая обработка против таких болезней зерновых, как ржавчина и септериоз. По состоянию на 1 августа обследование проведено на территории на площади 7 миллионов гектаров, подлежит уборке 2,3, обработано 2,1 миллиона гектаров. Ход кормов. По состоянию на 5 августа заготовлено 15 миллионов тонн сена. Надо сказать, в этом году у нас объем больше на 206 тысяч тонн. Кроме того, заготовлено 411 тысяч тонн сочных кормов. Благодарю за внимание. Спасибо. Канат Алдабергенович, по обеспечению ГСМ прокомментируйте. Присаживайтесь. Да, Карим Шканович, заявленная потребность сельхозтоваропроизводителей в дистопливе для проведения осенних полевых работ этого года по данным области составляет 392 тысячи тонн. Мы график составили. На июль месяц предполагалось, что сельхозтоваропроизводители выкупят 112 тысяч тонн, но фактически они вывезли 86 тысяч тонн. Значит, на 9 число, на вчерашний день, по плану на этот месяц 149 тысяч тонн, вывезено 28 тысяч тонн или 19%. Значит, потребность регионов вместе с уборкой в целом и народное хозяйство в этом месяце 441 тысяча тонн. В настоящее время в регионах в наличии есть 236 тысяч тонн, около 30 тысяч тонн на НПЗ находится, отгружается. И за этот месяц мы планируем, что на НПЗ мы выработаем 336 тысяч тонн дизельного топлива. Это, в принципе, с лихвой перекроет потребности августа месяца. И за дело мы уйдем на сентябрь. На 10 на сегодняшний день выработано нефтеперерабатывающими заводами уже 92 тысячи тонн, это где-то процента на 2-3 меньше, чем по плану. Это связано с аварийной остановкой одной из установок первичной переработки нефти на Павлодарском НПЗ. Но там все отремонтировали, восстановили. Действительно,
ПНХЗ с 20 августа по 20 сентября на месяц встает на планово-предупредительный ремонт, так называемый, но это в первую очередь связано с модернизацией. Вы там были, видели, там мы без остановки делали завода те установки, которые не имеют отношения сейчас к технологическому режиму, но теперь подошло время делать модернизацию действующих установок, поэтому придется на месяц останавливать. По Шымкентскому заводу аналогичная ситуация. С 24 сентября по 30 октября связана в большей степени и профилактические работы, но и модернизация. Считаем, что благодаря принятым мерам, а именно то, что мы перестали регулировать цены на дизельное топливо, часть дизельного топлива будет импортирована из Российской Федерации, порядка 150 тысяч тонн. За первые вот эти несколько дней, как перестало быть регулировано, 4 тысячи тонн «Гелиос» и «Газпром» уже завезли, и порядка на 100 тысяч тонн сделали контракты. Поэтому предполагаем, что в самый пик заводов мы будем обеспечивать сельское хозяйство, а, скажем, розница будет обеспечиваться больше по импорту. Я думаю, мы таким образом, баланс у нас есть, мы обеспечим. Значит, Минсельхоз поднимает сейчас уже, заранее за месяц там вперед, что нужно будет дополнительное топливо. Если нужно будет дополнительное топливо, если действительно будет влажно, возможность в объемах будет. Но по льготным ценам это вопрос. Потому что разница действительно большая. То ли 79 тенге с завода, то ли 108 тенге с заправки. Это большая разница, поэтому сначала, наверное, нужно будет посмотреть, на самом ли деле влажное зерно будет или не будет. Потому что практика показывает, что зачастую просто потом часть какая-то объемов перепродается тем же заправщикам. Поэтому где-то в сентябре, наверное, нужно будет еще раз нам с Минсельхозом поработать. У меня все. Послушаем регионы. Акмолинская область, Кулагин. Сергей Витальевич. Добрый день, уважаемый Карим Кожиганович, уважаемые коллеги. На сегодняшний день на полях зреет неплохой урожай. В текущем году предстоит убрать 4,6 миллиона гектар сельхозкультуры. Из них 4,2 миллиона гектар – это зерновые. Общий процент готовности техник на сегодня составляет 95-98%. В ближайшее время, я думаю, в течение 10 дней, готовность будет 100%. Для проведения уборочных работ выделяют 75 тысяч тонн дизельного топлива. Выборка, которая идет у нас сейчас по графику. Ну вот сейчас говорили, что необходимо будет, наверное, нам на заказать топливо на наши хлебоприемные предприятия. Думаю, что это, наверное, необходимо сейчас планировать. И цена, она должна, на мой взгляд, не выше, чем, допустим, сегодня получаемый. Если даже сухой год будет, все равно необходимо, потому что уборочная кампания начинается не с 14-15 влажности, а начинается с влажности 18-19, если мы хотим вовремя убрать. Поэтому необходимо уже сейчас об этом думать. До начала уборки урожая будет подготовлено 61 хлебоприемное предприятие, емкость которой составляет 3,9 миллиона тонн. С учетом зернохранилищ сельхозформирования есть возможность для хранения около 6 миллионов тонн. Сейчас на местах принимаются исчерпывающие меры для проведения уборки урожая в максимально сжатые сроки. Уборка начнется не раньше, 3-5 сентября. Спасибо. Костанайская область, Мухамбетов. Уважаемый Карим Кожамханович, уважаемые коллеги, уборочная площадь зерновых и масличных культур в этом году составляет почти 4,5 миллиона гектаров, что на 136 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Вот. В уборке примут участие 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, из них 3 тысячи высокопроизводительных. Еще где-то 500 комбайнов планируем приобрести в ближайшее время через наш завод «Агромашхолдинг». Также готовим более 3 тысяч свальных жаток. Сегодня готовим техник, в среднем составляет где-то 97%. Из 42 лицензированных элеваторов сегодня полностью готовы где-то 10. В ближайшие 2 недели мы полностью подготовим. Емкость составляет 7,4 миллионов тонн с вводом еще в ближайшее время нескольких элеваторов новых. Из выделенных 75 тысяч тонн дизельного топлива за июль с НПЗ мы получили 23 тысячи тонн, согласно графиков. Отгрузки идет, все, проблем нету, но то, что
просьба была, как Акмолинская область, чтобы цену не поднимали для элеваторов. Просим. Все ключевые вопросы подготовки к уборке урожая рассматривать своевременно. Проблем нет. Доклад завершен. Северный Казахстан. Султанов. Уважаемый Карим Хажимханович, уважаемые коллеги, в текущем году аграриями Северо-Казахстанской области предстоит убрать сельскохозяйственные культуры на площади 4,4 миллиона гектар. Более 75% посевов зерновых находятся в хорошем и в отличном состоянии. С начала августа текущего года агроформирование региона приступили к уборке озимых, яровых, серых культур. С 20 августа хозяйство области приступает к массовой уборке. Уборочные компании примут участие порядка 8 тысяч комбайнов, в том числе около 3 тысяч высокопроизводительных. Готовность техники составляет 98%. Также 97% готовность по хлебоприемным пунктам. Из выделенного удешевленного дизельного топлива 72 тысячи 50% уже поступило, и 35,5% поступит в августе, это в пути. Остальной объем поступит в сентябре в полном объеме. Уважаемый Карим Хажимханович, область готова провести уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Спасибо. Есть ли желающие выступить, высказаться? Значит, всем надо держать вопрос на контроле. Координация вся за Мырзахметовым Аскаром Сабековичем. Значит, по мере необходимости собирайте совещание, рабочие группы, мне докладывайте, и потом будем выносить на заседание правительства. Чтобы у нас тут потенциально хороший урожай, который зреет, мы могли его убрать, сохранить и довести до потребителя. Значит, во время поездок, которые были на прошлой неделе, мной были приняты решения о создании рабочих групп. Две рабочие группы Бузумбаев возглавляет, это по угольной промышленности и по вовлечению нефтесервисных компаний. Одну рабочую группу по занятости Дюсенова в нефтегазовых компаниях и рабочую группу по Актаускому транспортному узлу Касымбек. Значит, все распоряжения, все четыре готовы. И я сегодня их подпишу, как мы договаривались. Все, на этом селектор.